Окей, ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал Руки в Ноги Channel. Сейчас я нахожусь на Северном море. Позади меня вы видите маяк, башню, и вы видите отлив, что воды совершенно нету, она ушла подальше от нас. Однако вы можете пройтись по дну так называемого Северного моря, где-то вперед 2 или 3 километра, пока дошла вода, и наполнить свои ножки минеральными веществами и лечебными грязями. А мы начинаем. И сегодня я хочу рассказать вам про мой опыт пользования медициной в Польше, касаемо меня лично, моего кота, как это было, как происходило, какие есть нюансы. Окей. Первое, с чего я хочу начать, это с коммуникации. Это очень важный момент, почему я хочу на нем заострить внимание, остановиться, потому что надо понимать, что польский язык, он, в принципе, достаточно имеет много общих моментов с белорусским, поэтому если вы хорошо знаете белорусский или он вам не чужой язык, то вам будет проще его подучить и, соответственно, выражать свои мысли на польском языке. Но если вы не знаете даже польского или белорусского, то вы можете объясняться на английском. Такой вариант тоже возможен в Польше, и вы можете активно это использовать. Ну, если с коммуникацией у вас невозможен ни первый, ни второй вариант, то тут, конечно, начинаются проблемы. Почему? Потому что поляки очень часто пользуются только своим языком, польским изначально. Я пока что не замечал, что в тот момент, когда они понимают, что я не очень хорошо говорю на польском, они пытаются там переключиться на английский или на русском поговорить, или на каком-то еще языке. Поэтому проявляйте инициативу и пробуйте. Я сейчас нахожусь в Германии, и поэтому достаточно остро ощущаю тот момент, когда ты не знаешь язык. Вот я не знаю немецкого, ну, максимум пару слов, там, в том числе «Данкишон», большое спасибо. И можно ощутить на себе, что когда ты не понимаешь ни единого слова практически, то в этом плане возникают определенные трудности, тем более объясниться, что ты хочешь или к чему как ты идешь. Конечно, можно воспользоваться переводчиком, но знание языка спасет вас в определенных ситуациях. Окей, и непосредственно про медицину. Какая ситуация у меня лично? Когда я переезжал в Польшу, у меня была и есть рабочая виза Poland Business Harbor, которая позволяет жить и работать в Польше 365 дней в году. И у меня была медстраховка, оформленная одной из наших белорусских страховых компаний. Я ей пока не воспользовался, однако на месте с помощью компании, в которой я работаю, я оформлял себе частную медицинскую страховку. Она называется ПЗУ, ну, аббревиатура ПЗУ. И ей, собственно, я и пользуюсь. Каждый месяц идет отчисление за эту страховку. С моей стороны это 20 злотых. Вот. Ну и какую-то часть еще обеспечивает компания. Кроме этого, я могу воспользоваться достаточно большим перечнем услуг. Я могу обратиться к многим специалистам, и каких-то ограничений в плане консультаций у врачей нету. Или даже каких-то проведения специальных там анализов, назовем это УЗИ, брать биохимический анализ крови и так далее. Есть несколько видов страховки у ПЗУ. Это классик, комфорт и комфорт плюс. То есть у меня комфорт плюс. Чайка орет. Соответственно, что с этим делать? Хорошо, я, допустим, оформил себе эту страховку, я плачу каждый месяц этих 20 злотых. Как же мне дальше быть, как происходит процесс посещения врача? Есть приложение, в котором вы, соответственно, регистрируетесь. Да, он основывается на том, что у вас уже есть номер PESEL. Да? PESEL – это идентификационный номер. Я о нем говорил в одном из своих видео про Польшу, самых первых. Вот, ссылочка, думаю, появится вот здесь. И когда у вас в том числе эти данные есть, то вы пользуетесь и страховкой, и приложением. Значит, в приложении вы просто выбираете, какой нужен вам вид анализов или посещения врача, консультация, выбираете и приходите к нужному вам специалисту. Однако нужно осветить такой момент. Посещение некоторых специалистов обусловлено тем, что необходима рекомендация от врача. Итак, в приложении при регистрации визита может потребоваться указать, какой врач вас направил к данному более узкому специалисту, назовем так, по вашей проблеме. В таком случае необходимо будет первоначально, как это, например, приходило в Беларуси, я пользовался тоже страховкой, нужно указать врача, который вам это назначил. В
целом это может быть терапевт, с которого все начинается. Или это может быть какой-то анализ крови, например, расширенной биохимической, его тоже может назначить терапевт или какой-то еще другой специалист. Поэтому, когда вы регистрируете визит, вы просто указываете этого врача, указываете место, где вы хотите, и, соответственно, бронируете себе визит. Бывают такие моменты, когда, например, сходить к врачу или на какой-то вариант анализов не представляется возможным по щелчку пальцев. То есть у этой страховки частной у нее есть свои, например, в центре в Гданьске. Потому что мы живем в Гданьске, я вам могу рассказать в том числе про Гданьск. В Гданьске есть пару центров от этой страховой компании, и там большой перечень специалистов. Но, допустим, мне нужно было посмотреть желудок, у меня болел желудок, и сказали: глотай зонд. У них нет такой возможности предоставить такую услугу. В таком случае они предлагают мне следующий план. Я звоню к специалисту, и в какой-то момент, попадая на колл-центр, я выбираю язык английский. Да, его можно выбрать и объясниться со специалистом на английском, потому что на польском я на данный момент не могу так хорошо объясниться, тем более понимать речь по телефону. И поговорив со специалистом, я понял, что схема такая. Ты записываешься к нужному тебе специалисту, посещаешь его, он выписывает тебе счет, фактура, назовем это так на русском, на польском это будет фактура, это может называться инвойс, там указан пациент, указан номер PESELI, идентификационный номер, указываются его данные, дата визита, количество денег, которые ты заплатил, ставится печать врача и пожалуйста. После этого на определенную почту страховой компании ты запрашиваешь возмещение, и они рассматривают твой запрос. Официально пишут, что в течение 30 дней, на данный момент мне еще ответа не пришло, я отправлял это около недели назад. И когда они присылают такое одобрение, страховая, что вы можете воспользоваться такой услугой и, соответственно, запросить эти деньги на возврат. В таком случае вы имеете, как правило, 30 дней с того момента, когда они вам дали подтверждение на то, чтобы присылать им запрос на возврат. Ну, если не успеваете, наверное, нужно запрашивать заново. Пока что такого случая у меня не было. Если, допустим, вы хотите попасть к специалисту, а вот в конкретном частном медицинском центре его нету, и они не могут знать, есть ли он где-то еще, или не хотят его искать, пока что я не совсем понял, как это работает в полной мере с поиском специалистов, они могут сказать, что, ну, слушай, парень, у нас нету в медицинском центре специалистов, говорящих на русском или на английском. Допустим, да, вы приезжаете сюда, у вас есть какая-то там ваша медицинская карта, которая хранится в Беларуси, там вы проходили каких-то врачей, какое-то обследование, там, да, ну, периодически наблюдались. Если вы придете сюда, то понятное дело, что вам объяснить то, что происходило с вами, будет немножко затруднительно, если у вас нет возможности объясниться на местном языке или на английском. И в таком случае можно попросить, чтобы специалист говорил на нужном вам языке. Но его могут и не найти, сказать, знаете, у нас его нету. Что же это делать? В таком случае они тоже предлагают вам записаться к нужному вам врачу, попасть туда и дают на это там, 30 дней. Опять же, вы к нему приходите, он выписывает вам тот же самую фактуру, ваши данные оставляет, и дальше вы опять связываетесь со страховой, и они вам на ваш номер счета перекидывают деньги. Да, вы указываете просто, на какой банковский номер счета вам их зачислить. Супер, кажется, все здорово, все нормально, мы пообщались, все счастливы, все хорошо и здорово. Но есть определенный нюанс в сроках, в которые вы можете записаться к врачу. Если вы хотели бы попасть, к примеру, на прием достаточно быстро, да, вы думаете, что, например, попасть к гастроэнтерологу можно через неделю, то это далеко не всегда так бывает. К врачам бывает запись и только через месяц, полтора и два. К таким специалистам, как терапевт, можно попасть быстрее. Соответственно, свой какой-то план действий лучше иметь заранее. Ну, скажете вы, хорошо, я, например, резко заболел, мне стало плохо, что же мне делать? Не к одной же частной страховке сводится данный вид медицинского обслуживания. Конечно, не только к частному обслуживанию, но вы можете еще
быть приписанным к какой-то поликлинике местной, которая находится в вашем районе, то есть ближе к вам или подальше от вас. То есть в Польше это, как правило, НФЗ, это Национальный фонд здоровья, так называемый. Вы можете прийти к ближайшую поликлинику, сказать: здравствуйте, я здесь живу, я плачу здесь налоги, вот, у меня есть мой идентификационный номер, пожалуйста, перепишите меня. И вас могут записать на обслуживание к какому-то, например, терапевту. И вы будете его посещать при необходимости. Но вы можете сами выбрать, в какую поликлинику вам переписаться и к какому врачу. Если, например, у вас есть какие-то друзья в Польше или те, кто, в принципе, живут здесь какое-то время, люди, и могут вам сказать: слушай, я вот хожу к этому терапевту, вообще классно, супер, вы можете попросить записаться к этому врачу. Получится это или нет, это уже другой вопрос. И, соответственно, при необходимости можете прийти к терапевту, который будет в такой вот поликлинике вас обслуживать. Но если у вас что-то случится экстренно, что-то резко, конечно, вы можете вызвать скорую, обратиться в такую службу, чтобы вам оказали помощь максимально быстрое время, если у вас что-то происходит. Конечно, у вас будет опрос специалиста по телефону, что с вами случилось, насколько вам плохо и что происходит. И в зависимости от этого можно ждать помощь быстрее или медленнее. Поэтому, да, здесь экстренную помощь будут оказывать в том случае, когда вы находитесь в достаточно тяжелом состоянии. На моей практике пока не было случаев вызова скорой помощи и нахождения в тяжелом состоянии. И я надеюсь, что такая помощь мне здесь максимально долго не пригодится. Ну хорошо, скажете вы. Ты можешь здесь обслуживаться, ты можешь обращаться к частной медстраховке или, например, к государственную поликлинику сходить. Но если вдруг заболели зубы или тебе нужен какой-то врач, такой, который не находится в этих частных центрах и его нету в государственной поликлинике. Или, например, тебе нужен специалист, например, стоматолог, и ты знаешь, что он классный, вот он находится вот здесь, вот у него работает, есть свой частный кабинет. Пожалуйста, вы можете к нему обратиться, заплатить по прайсу, оплатит ли вам страховка, это зависит, естественно, от вида страхования, которое у вас присутствует. По текущей страховке, по которой я обслуживаюсь, в плане зубного могут оказать какую-то базовую медицинскую помощь там раз в год, и, соответственно, осмотр, плановый осмотр раз в год могут оказать. Но какие-то сложные вещи нет, не положено, поэтому платить здесь за это удовольствие или, например, приезжать в Беларусь и сходить к зубному там. Ну или в целом, если у вас есть планы жить в Польше, в Германии или в какой-то другой стране, в Чехии, то жить там, узнавать, естественно, как это все происходит, интегрироваться в среду, что совершенно нормально. Но сейчас поговорим про посещение ветеринара. В нашем случае это был достаточно неожиданный визит, незапланированный. Мы собирались уже отправляться в путь-дорогу по своим планам и делам, когда мы поняли, что нашему коту достаточно не очень-то хорошо. И мы поняли в 4 часа утра, что надо его срочно везти. Какой был план действий? Мы просто вызвали такси через приложение, полистали просто в гугле, где может быть круглосуточная ветеринарная клиника, и собрались уже туда ехать. Конечно, путь был не то чтобы близкий, но мы собирались уже туда ехать, потому что, ну, особенно поняли, что вариантов не было. Что получилось? Мы вызвали такси, сели, поехали, и нам, слава богу, попалась женщина, которая говорила на русском, она была сама по себе украинка, она достаточно хорошо относится к животным, находясь здесь уже какое-то продолжительное время, она нам подсказала нормальную клинику, которая ближе и которая работает в то время, когда мы ехали. Как там происходило, в принципе, все? Все достаточно просто, понятно. Единственное, что мы старались выражаться как-то на польском, потому что девушка на других языках не говорила. И после какого-то осмотра, назначения медикаментов и следующего визита нам оставалось что? Оплатить. Это нам обошлось в 170 злотых. То есть если сейчас курс 4,7 примерно доллара, то это, соответственно, это больше 40 долларов нам обошелся визит и некоторые базовые медикаменты. После этого мы договорились, что через несколько дней мы приедем опять же на прием.
На второй наш визит нам пришлось немножко подождать в этой клинике. Нас уже обслуживала другая девушка, и она уже говорила на английском. В этом плане с ней было гораздо проще объясниться. Она тоже назначала определенные препараты, сделала несколько уколов для того, чтобы кот себя чувствовал более-менее хорошо, и посоветовала некоторые лечения и некоторые препараты, чтобы поставить его на ноги, и он был здоровеньким и бодреньким. И в целом от посещения складывались такие впечатления, что это не является какой-то такой достаточно большой проблемой. Единственное, что это коммуникация. Поэтому пока едете, вы можете либо забить себе какие-то фразы на польском базовые, чтобы потом с ними перейти и объяснить, что же происходит с вами. Так, отлично, из-за сильного северного ветра вот у меня сломался штатив, упал, и вот теперь минус одна ножка. Ну, что хочу сказать, что главное, конечно, иметь какой-то набор базовых слов, потому что в целом обслуживание и общение происходит на польском в Польше, да, естественно, кто бы мог знать. И какие-то моменты, естественно, обсуждаются практически все на местном польском языке. Поэтому бояться этого не стоит. Для меня концептуально в плане стратегии, как это происходит, ничего сильно не поменялось. То есть тоже есть страховка понятия, да, есть врачи, которые работают в таких же поликлиниках, в клиниках, да, вы можете приписаться к врачу, можете ходить по частной страховке. Каким-то специалистам вы можете дольше записаться. Ну, здесь к специалистам, конечно, попасть за неделю, как я записывался в Минске, не получается, то есть намного заранее. И друзья мне мои говорят, что в Германии тоже такая ситуация, да, надо записываться действительно заранее, поэтому на свое здоровье лучше не забивать, а своевременно проходить какой-то осмотр и необходимое вам обследование. Вот, поэтому жизнь точно такая же в целом, не отличается какими-то моментами. Здесь не живут инопланетяне, это не другая планета, мы все на одной планете находимся. Единственное, что вопрос будет в коммуникации, в каких-то деталях и оформлении по документам. Поэтому, ребята, я надеюсь, что если вы столкнетесь с медициной в Польше, для вас это пройдет максимально просто, понятно, и вы не будете бояться общаться на местном языке, и все пройдет просто налегке. Спасибо всем, что смотрели вот меня в эту ветреную погоду. Всем спасибо, всем пока.